Just put me in a jar and it's all good. Shut up! Cartoons! Телепортирующийся толстый парень. Эпизод первый. Это действительно длинная история о Робби Ли Филлипсе-младшем и о том, как он спас вселенную от... Лиз, закончил? Мне надо разбудить его на тупую вечеринку в честь дня рождения. Ладно, плевать. У него также есть тупой робот-медоид, которого зовут Оливер. Подъем, толстожопый! Эта вечеринка скука. Почему твой папаша до сих пор считает, что ты маленький ребенок? Он так не считает! Погоди, это что, праздничный клоун? О, я обожаю клоунов. Эй, посмешище, развесели меня. Ха-ха. Вот же ж мудила. Эй, Робби. С днем рождения. Конечно, я пришла. Ты же пригласил меня. Постой, ты любишь меня? Что? Ты опять мыслишь вслух. Вот черт! Я имел в виду... Ты толкнешь меня? Время подарков. Спасибо, пап! Не могу дождаться, когда я смогу прокатиться на своей новенькой шикарной... Power Glove? Это не просто какая-то Power Glove. Парень в магазине сказал, что она волшебная, или проклятая, или что-то такое. Это худший подарок, который только может быть, пап. А могу ли я примерить ее тогда? После десятилетий поисков я наконец-то нашел судьбоносную, перемещающую во времени Power Glove! Ты, черт возьми, кто такой? Всего лишь самый злой человек во вселенной! Но, возможно, вы знаете меня под другим именем. Барт Рейнольдс! Кто? Вы имели в виду Бёрт Рейнольдс? Нет! Величайшая кинозвезда с 1981 года! Не знаю. Ты когда-нибудь смотрел «Смоуки и бандит»? Не. Ну и ладно. Все, что вам надо знать, я настоящий дьявол, у меня действительно крутые усы, и я собираюсь поработить весь мир с помощью этой перемещающей во времени Power Glow! Не в мою смену, засранец! О, чтобы быть как я, настоящим засранцем, перемещающимся во времени, я похищаю твою подружку! Помоги мне, Робби! Лучшая вечеринка в мире! Я отомщу за смерть твоего отца! Наверное, это последнее, что я сделаю в своей жизни. Вообще-то, я думаю, я в порядке. Кажется, я поменял всего лишь форму, просто засунь меня в банку, и все будет хорошо. Отец, прости, что я считал твой подарок отстойным. Не волнуйся, сынок, сейчас у нас есть проблемы немного поважнее. Убедиться, что тебя никто не запылесосит? Нам нужно спасти Рэйчел и остановить Бёрта Рейнольдса перед тем, как он захватит вселенную с помощью перемещающего времени Power Glow. Не пропустите в следующей серии, сможет ли Робби справиться с Бартом Рейнольдсом и спасти весь мир. Я до сих пор понятия не имею, что это за Барт Рейнольдс. Серьезно? Пушечное ядро? Не знаю. Тебе серьезно лучше почитать Википедию перед следующим эпизодом. Перевод Элджин. Озвучили Элджин, Виски и Лила. Не забудь добавить этот мультик к себе, а также вступай в нашу группу ВКонтакте vk.com/club221-223-19. Именно там будет следующий эпизод мультика. Ага.